стенах парламента заместитель генпрокурора Йоган Мергель делится новыми законотворческими затеями государства. Пожалуй, одна из самых вопиющих норм проекта Уголовного кодекса касается карманов казахстанской олигархии. Люди уехали. Мы их осудить не можем. Либо идти надо на заочное осуждение. Правильно? На заочное осуждение мировая практика не очень это дело приветствует. Чтобы вот это имущество, которое он преступно нажил, огромное имущество, да, перешло в доход государству, вот эта конфискация без приговоров суда вводится. У действующих депутатов вопросов к этой невразумительной поправке, похоже, почти нет. Эту норму комментирует бывший сенатор Уалихан Кайсаров. Таким образом можно фактически на любого человека показывать, если он богатый, показать пальцем, направить туда следственную группу, следователя, забрать у него все, а потом уже делать его виновным. Доктор юридических наук Марат Башимов, кажется, сначала не поверил, что в 21 веке берут и конфискуют частную собственность без всякого суда. Он даже стал серфить ресурсы Казнета, чтобы получить подтверждение. Вопрос вопросов, а кого вообще и по каким признакам можно взять и зачислить в когорту отечественных олигархов? А когда говорят олигарх, мы подразумеваем, что это человек, который имеет огромные ресурсы, который влияет на власть, который там, да, делает политику в своей сфере. Ну, в общем, самые богатейшие люди. Поэтому такого определения, как олигарх, нету. То, о чем упорно молчат прокуроры и стесняются произносить вслух депутаты, прекрасно знает простой народ. Люди уже выучили эти святые имена наизусть. Машкевич, Кулебаев. Динара Назарбаева. Она же в рейтинге первое место занимает среди богатых женщин. Ну, президент наш. Как показывает богатая практика, в Казахстане эпохи правления Нурсултана Назарбаева никто ни от чего не застрахован. Доведется завтра у любого из вышеназванных персон можно будет что-то донационализировать. Но это только в том случае, если останется что.